Друзья, всем привет! С вами Алексей Кузнец. В последнее время мало записываю видео, в силу того, что либо я очень занят, либо приболел, либо просто очень лень. Поэтому прошу понять и простить. Будем исправляться. Сейчас хочу просто показать, какой объем работы у меня на данный момент. Первый. Это у нас метаба. Два аккумулятора и переделка зарядной станции. Это никель-кадмий. Второй. Заказ это также такой же метаба, на удивление. Здесь у нее нету зарядной станции, поэтому будем делать зарядное отверстие, зарядный разъем, гнездо, кто как называет, и будет использоваться внешнее зарядное устройство. Это у нас комплект DeWalt. Как он там? Вот. Здесь у нас переделка зарядной станции и аккумулятор. Дальше у нас AEG. То же самое, переделка зарядной станции и аккумулятор. А здесь у нас замена всех банок и замена БМС платы. Он был утопленник. Так что, ребята, никуда не пропал. Кому что нужно, пишите, звоните. Все сделаем. На связи.